Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Хотите на полезную экскурсию? Самарский центр поддержки и развития чтения приглашает вас на литературный пикник. Вы услышите мифы и легенды Самарского края, сможете сделать красивые фотографии и получите невероятное удовольствие от прогулки. Одеваемся удобно, обязательно берем с собой воду, средства от комаров, головной убор и что-то на перекус. В поисках удивительных историй экскурсовод приведет вас на знаменитую гору Тип-Тяф. Вы о такой не слышали? Тогда вперед! Все подробности экскурсии можно узнать в областной библиотеке. Участие бесплатное. Место и время встречи. Суббота, 6 августа, 10:00. Остановка «Красная Глинка». Все желающие провести утро субботы активно и спортивно приглашаются на открытое первенство по роллер-спорту. Вы узнаете, что такое фриджамп, скоростной слалом, и сможете поучиться мастерству катания на роликах у настоящих профессионалов. В Самару приедут спортсмены из разных городов России. Начало соревнований в 10 часов. Адрес: Московское шоссе, 13. И ролики не забудьте взять. Как часто вам предлагают погрузиться в атмосферу 13 века? Как минимум раз в год точно. Любимый многими военно-исторический фестиваль «Ратное дело» сменил прописку. В этом году он пройдет на новой площадке близ села Кинель-Черкассы. На Большой Поляне встретятся русские дружинники, западноевропейские рыцари, половцы и воины Золотой Орды. Организаторы обещают весьма насыщенную программу. Зрелищные турниры, лекции, ярмарки и мастер-классы. Вход на фестиваль для зрителей свободный. От автовокзала Кинель-Черкас и железнодорожной станции Талкай будет организована доставка на автобусах. Начало программы в 10 утра. Сегодня во всем мире любят и танцуют сальсу на конкурсах, на танцполах, на вечеринках и даже на пляжах. А в Самаре танцуют сальсу на набережной. Причем не нужно быть суперпрофессионалом, но учить обещают всех и даже тех, кто никогда не танцевал. Сальса улучшает осанку, поднимает настроение и способствует похудению. Приходите с парой или без, танцевать можно по-разному. В воскресенье, 7 августа, Некрасовский спуск набережной. Сальса Open Air с 6 до 10 вечера. Ну и традиционная информация для всех киноманов, изнывающих от жары и любви к уличному кино. Смотреть фильмы на свежем воздухе можно в кинотеатре под открытым небом возле ладьи. Субботний вечер проведите в компании Джима Керри и фильма «Всегда говори да». А в воскресенье вместе с друзьями-меломанами подпевайте «Земфире». 7 августа смотрите концерт певицы в Зеленом театре. Начало уличных сеансов в 21:00. Кинотеатр «Филин» для удобства рекомендует захватить подстилку на ступеньки и средства от комаров. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!